Здорово, здорово, дорогие друзья, с вами канал 3 в 1, и наконец-то мы 1 числа записываем первый видос по МДА SSD Planet. Кажется, вот прям вот здесь тоже действительно, так скажем, прошло некое обновление. Читать я его, конечно, не буду, потому что произошли, так скажем, некие проблемки. Особенно с моим телефоном. Обидно, что капец как. Сам дом. Нет у меня тут. К сожалению. Знаете, что произошло? Первое. Нам да SSD Planet обновление. Там что все такое вот, и после чего я кое-что подзакупил. Если вы это видите прям на превьюхе, то вы угадали, что у меня. Зима наступила, обновление, поставим снег. Тут даже снег есть, если лучше, смотрите. F1 врубаем. Настройки погодки. Графика. Снегопад врубаем. Все, отлично. Во. Снегопад валит, вообще замечательно. Что тут такого? Казалось бы. Просто, пацаны, снегопадище. Но это, блин, красиво, реально, пацаны. Телефончик. А вот теперь внимание на вот этот мой экранчик маленький. Я им сейчас кое-что покажу. Дырку видите? Да? Я потерял эту херню. Поздравьте меня. Да, молодец. Что вы понимали, а я не знаю, куда она делась. Я найти ее даже не могу. Вообще ничего. Просто я сижу и вот так вот. Типа какого хрена? Куда она делась? Вообще без понятия. Да, ребятки. Вон он, наш красавец стоит. Идем мы к нему. Ну вы понимаете, да? Да, ребятки, красавец. Не, ребят, мне его никто не давал. Это мой личный автомобиль. Душ, Charger, Nemi, Lamborghini Huracan, Mercedes-Benz S600. BMW M3 30. Вот, кстати, на ней надо будет скоро дрифтить, поэтому надо будет что-то замутить. Так вот. Уже становится весьма интересно только одно. Что за фигня-то, а? Как же в машине приятно там. Да. Charger просто написал. Это же охренительно. Здесь, кстати, много места, лучше. Сзади даже можно сесть. Седло откидывается, типа, получается. Еще вот эта херня, которая замыкается. Реально классная тема. Но. Реально, машина просто топ. Честно, ребят, ну. На самом деле, как бы. Это очень обидно, то что я потерял эту херню настолько жестко. Я по всему дому просто искал. Не могу найти и все. Так что мне прикажете делать? Ничего. Это просто обидно. Капец, насколько. А что делать, я хрен не знаю. Так вот,
Я не нашел ее, пытался сделать самостоятельно какие-то там пластины, что-то. Бродастик. Там резом вырезал, пытался. Короче, там столько поломок произошло. Даже, так скажем, симка у меня прямо в дырке застряла. Это просто капец какой-то. Просто застряла эта херня у меня прямо здесь. Настолько жестко, что я даже не знаю, что делать теперь. Я ездил по всем магазинам, спрашивал, есть ли у вас такая штука. Ремонтный магазин. Нету. Магазин простой, там, где телефоны продаются. Нет. Все сетевые магазины тоже ничего. Я не знаю, что с этим делать. Просто обидно, пипец, насколько. Ну, я не знаю, ребят. Это просто пипец какой-то, серьезно. Меня даже из ремонтного магазина все ребята такие указывают в одну точку. Такие типа, чувак, иди вон туда. Я пошел к другому и спрашиваю, он такой, туда. Я такой, блин, что за точка такая? Там, короче, оказывается, аксессуары для телефонов. Что там типа можно найти все. И бесполезно. Ну, я сейчас по своей идее буду ехать, прямо узнаю, пока что кино. Как вы думаете, что сейчас произошло? Я прям все как обычно. Прямо тебя максимально через задницу. Я, значит, сижу и игрушек просто вылетает. Да, мне все как всегда. Так, ну а какой мне нужен в казино? В казино слов. Это что-то не слышал. Какой нахрен казино? Да, пацаны. Теперь. Что насчет вот этому доджу? Как вы думаете, за сколько я его купил? За 7, за 6. За 6 прям прилично такая нахер сумма уже. Типа не по зубам. За 5,5. 5,5 лямов. Может быть так. Нихрена шутки. За 4, мать его, 300. За 4 лама, 300 я его купил. Вы думаете, откуда он? Я изначально поехал на нем, а чтобы его уже начать тюнинговать, колесики, все передал, сток его вернул. Расскажите следующее. Дело в том, что он не красится. Это просто полная капец. И как вы думаете, какого хрена он не красится? А правильно, мать его, потому что он из кейса с базового. Вот смотрите, сейчас закроем, да? А, стоп, все. И как, какой там? Да. Базовый кейс, класс базик и где-то бизнес. Бизнес вот. 6 лямов, дождь чаржа. Это просто кипец. Кстати, до хрена кейс встал теперь. Скоро, наверное, возврат такой сделал, чтобы играть можно было бы. Да, это просто капец. Обидно. Еще как. Но на этом еще не все.
То есть это финальная покупка на сегодняшний день. Вопрос. Что будет дальше? То, что я зафиналил уже покупку, вот это все. И как бы типа... Теперь что дальше делать? Хорошо. Я же ведь в природе на велосипеде стал бы, чтобы помог вам. Есть горы. Это всякая херня. Я думаю, надо будет еще одно место купить. И будет для нас, так скажем, уже нифига не просто. Там типа... Короче, я планирую купить КТМ. Это кросс, точнее. Потому что, в принципе, мотокросс купить это вообще какая тема. Хотя здесь, на самом деле, в Индасе Степлан не так часто катается на мотоциклах. Все это типа, ну, не тема для всех. Тачки любят, что-то. Я хочу сделать так, чтобы у меня здесь была и машина, и мотоцикл. Автобус мне точно нафиг не нужен, потому что на рабочий ты мне пикстался. Сейчас посмотрим, сколько у нас бабла там. Да, пацаны. 100 М-ку прикиньте продать. Ты как-то меня заколебал уже, а? Чувак, что за бред-то? 23 этаж. Окей, хорошо. Наконец-то попал. Так. За первый же день 107 штук. Выпал. Вываливаем, вываливаем. 96. За десятых, то есть, получается, скупил это все. И 23 этаж, сейчас посмотрим. Там 48. Все четко, прям. Ровно 24 часа прошло. С того, как все вот это вот забирается. Сколько забирают? 4800. 43 200 я забираю. 440 у нас на счету. Я просто решил зайти посмотреть, мало ли что-то там, как-то что-то. И вполне интересно. Посмотрим, что за фигня. Иначе дождь тут стоит что-то. Чего? Это как такое может быть? Прикиньте. Дождь все это время у меня стоял здесь. Ни хрена себе. Нужданчик. Это реально нужданчик. Чего? Тут еще сейчас чувак какой-то подъехал просто. Интересно. А где он? Здесь был. Пипец. Но это еще не все. Скоро будет розыгрыш. Два приза по 500 тысяч рублей. Прямо здесь. Но для начала я должен буду вернуться. Нет, воспитываешь не наш, для того, чтобы попытаться все-таки добиться вот этого момента, чтобы я прям 3 раза подряд
смог выиграть на чистую. Просто на чистую. Поставьте себе выиграть. Это реально невозможно, потому что противник реально по-любому может затащить. Потому что ты же не знаешь, где эти находятся. И поэтому приходится что-то делать. Сейчас мы просто со скоростью 60 км в час отправляемся к казино для того, чтобы уже убрать эти долбанные эти 10 тонн кристаллов для того, чтобы забрать бабки. Вот у нас, походу, либо 500, либо ни хрена. Поэтому, чтобы дальше. Дальше будет еще интересно. Да, так, делаю выводы, итоги, что будет на 2022 год. Первое, я пока не знаю, как я буду снимать шоу, но вот этот телефон долбанный, без понятия вообще, смогу ли я вообще снимать что-то на него, но я там попытался что-то справить, но по моей идее я должен вынужден убрать оттуда в игры Sony PlayStation 1. Мне надо для начала пройти Вижиланд 8. Ну, типа, спидпорши останутся, а драйвер один убрать. И еще там что-то оставалось, по-моему. Тоже надо будет убрать. И тогда будет намного больше памяти. Хватит даже на половинку. Потянет. И тогда я буду пробовать что-то снимать по чуть-чуть. Просто дохренище. Съемок очень много, сразу говорю. По-другому я ничего не могу сказать. Сейчас скорости добавим. Так, ровно 90. Да, теперь лучше. Серьезно, работа. Что за черт? Это просто самая обидная херня, которая могла произойти. Я мог потерять эту штуковину. Просто не понимаю этого. Это так случилось внезапно. То есть получается я домой положил на стол, уехал кататься. Точнее строить вылеты. И... это просто пипец. Короче, что сейчас будет происходить? Дело в том, что я ни хрена не видно, поймет. Что-то реально в аварию не попал. Так, у нас тут, кстати, интересно, какая-то фигня появилась, какие-то чупа-чупсы. Их ноль. 14, а алмазов у нас есть. Да, там сверху. Что-то даже интересно. Как? Были какие-то квесты там по Твитчу. Типа, можно куда-то одевать кристалл. Потом выигрывать. Типа, у них там лучше. Чего? Надо будет, кстати, эту штуку затестить. Мы сейчас сегодня заедем до Деда Мороза и посмотрим, что за фигня. А еще, кстати, сейчас тут остановимся и посмотрим на карту. Мне надо бы понять, если там какие-то Деды Морозы или что-то. Так, смотрите. Точнее, Грустрит, мать твою. Смотрите. Там реально стритовская фигня. Чего? Дед Мороз. Чего? Вот прям по центру кадру показывает. Вот прям Дед Мороз там виден. Там до хрена людей. С какие-то квесты там или что-то.
Мы, кстати, заедем и затестим. Посмотрим, что там такое. Посмотрим, что это вообще. Там писали, что в обновлении там типа выполняешь квесты, потом получаешь призы. Еще там, кстати говоря, надо находить какие-то штуки. Это очень интересно было. Ну, просто это пипец как заинтересовало. Я такой думаю, ну что это? Как это вообще проходить? Вот реально интересно. Нужно будет затестить. Сейчас с вами заедем. Посмотрим. Может быть, в следующей серии мы уже попробуем эту штуку. Будет интересно. Кстати, честно говоря, на чарджере прям кайфчанский такой. Не жены на Мерседес. На чарджере, допустим, как будто в 80-е, в 70-е вернулся. Это машина с 70-го года. Просто. Даже реально хрена типа. Сам подумайте. Лучше возьму. Реально круто. Супер Макс. Сейчас честно, когда я купил этот чарджер, не знаю, как пацаны могут быть настолько помешаны на этой долбанной тонировке, этот запалил в как не знаю кого, блин. Я просто сел в него, ни хрена не видно вообще. На какую хрень? На какой вопрос такой? Типа, что это было? Ну это пипец. Так нормально, расстанированная машина. Просто капец какой-то. Здесь постоянно пытаются что-то выбить, что-то. Ну, выбор как бы бесполезно. Да, странно бесполезно. Один говорит там, нам в 30-15 проиграл, еще что-то, но на какой черт. Тут даже немного пацанов, если честно, видно. Да, ребятки. Их не видно. Судя по всему, я как понял по высоте, это гелик. Еще что-то. Стопишем. Крат 10. Кристалл. Ну давай, мужик, лет. Уже ночь у тебя с вами. Садки. Это просто максимально обидно все, что я мог. И, короче говоря, черт. Черт, я уже запутался, где я? Короче говоря, да, и еще, кстати говоря, у нас новый автомобиль. Это, да, Тайкан. Сейчас Тайканов таких-то полно уже. Это Брансон, ну-ка. Кстати говоря, я уже нашел здесь Тайкан. Михаил Литвина, это просто пипец. Но уже здесь есть. Это просто копии такие навалили. Да. Ну как же это красиво смотрится, а? Пипец, блин.
Сейчас летим до Деда Мороза, и там уже посмотрим, мы будем иметь, то есть, какие там возможности будут или еще что-то. В общем, едем до Деда Мороза. Вот здесь вот. Сидите рядом. Но я вас везу. Вопрос. Куда не надо? Сейчас моя задача справиться. Короче говоря. Ну просто. А мы пассажир. Представьте себе. Едем с вами уже. Я не знаю сколько. Так, это сейчас вопрос. Что мне доехать до туда? Там, наверное, сейчас поедем. Съехать туда. Блин, нужно туда поехать. Я пока понятия не имею. Я не знаю. Надо реально заправиться, потому что бензина уже не осталось ни хрена. Начать я, конечно, не буду. Не хочу, чтобы пошли в ванну. Вот скрипец какой-то реально. Просто пытаюсь каким-то образом создать этот комфорт. Его ранее сложно создать. Переплатить. Да. Но сейчас нужно, по идее, попасть на заправку аж туда, на район. Или на ближайший. Потому что мы... Прямо здесь можно будет заправиться. Самое ближайшее. Вот так. Гена. Просто гена. Это лучший момент заехать на заправку. Заправиться и... Едем до Деда Мороза. Как быстро чувак упал. Очень быстро еду. Такое. Ехали бы так. Это немного короче будет. Скипец. Мне просто интересно, что там такое. Просто максимально самому интересно. Чтобы понимали, а на аукцион ни одного китая не продается вообще. Будем в следующей серии искать китая, смотреть. Пока. Главное, это мало. Ну, на самом деле, для того, чтобы искать мотик, мне еще надо место купить. Она стоит 4 ляма. Сужу 6. Либо какой-то автомобиль продать на замену. Либо еще что-то. Это пипец как обидно.
Типа постоянно продавать машины. Или черт. Пипец. Жаль, вот как рядом. Ничего страшного. Просто почитать еще. Медведь. Я по крайней мере надеюсь. Я тоже прохожу, я еду куда-то непонятно. Уже, наверное, надо было прямее ехать. Ладно, зато мы не будем там ехать, вот эту фигню проезжать. Как раз там лучше. Где-то очень рядом. Где-то очень рядом. Кстати говоря, у нас теперь появилась работа скорой помощи. То есть теперь мы можем работать на скорой помощи на глаза у них. Мы это, кстати, тоже заценим, а может быть, завтра с ними. Так, очень интересно. Или сегодня вечером. Да, сегодня вечером. 12. Сомневаюсь, СМК. Да. Может быть, вот где-то рядом. Так, смотрите, едут все туда, куда-то. Да, вон еще один бой. Не разгоняются. Чтобы их там говорить широкие какие-то. Изначально вот этот дождь был очень быстрый. Он был на чипе. Скинул чип, чтобы он был оригинальным. И что этим насладиться. Так, мы подъезжаем. Смотрим, что у нас тут такое. Это очень интересно. Да. Закрываем свой дочь и... Вау, какой елик выпал на мой молодца. Вот это интересно, что здесь. Стоимость одного билета. Что? Прикиньте, просто выиграть попытаться. Спецка сырья выбил. Сорокет. Прикиньте, сейчас яма в 13. Где просто охренею. Где с кристаллов? Ни хрена себя. Это может на херня. Пять кристаллов. Чего? Выиграли один кристалл. Серьезно? Да. Ну, по крайней мере, слушайте, это интересно. Давайте так. В ближайшее время я разыгрываю по 500к. И после чего... Так, давайте мы сейчас посмотрим, что значит... Деда Маус. Хо-хо-хо. Как хорошо, что я тебя встретил. Мне нужна будет твоя помощь.
Планшодер убедиться, что вот такой хороший шар в этом году. Так, и... Что за магазин? Да ну нафиг. Чего? Свитер похрен за ним. Так и лучше. Нифига себе. Тут даже ни одного не написано про рубли. Просто ничего. Это интересно. Да, ребятки. Ну что? Мне кажется, что... На том все, ребят. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайк, пишите комментарии, если впервые не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать следующие серии. До новых встреч. Всем удачи, всем пока-пока. С Новым годом, с наступившим. Пока.